Ну что, друзья мои, сейчас, значит, как нам разрезать открытку или листочек, чтобы сквозь него мог пролезть взрослый, вполне упитанный, как я, человек. Делаем так, складываем ее пополам, вдоль, и режем таким вот образом. Так, так. 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 Ну, в общем, вы поняли, да? Вот таким вот образом режем не до конца. Сейчас, ребятки, мы вот так вот ее разрежем. Так, далее, что мы делаем? Мы берем, расправляем этот листочек. Расправляем. И разрезаем еще вот таким вот способом. Первую часть мы пропускаем, а все остальные режем посередине. Посередине, кроме, опять же, последней. Вот, и теперь у нас получается вот такая вот штука, через которую может пролезть любой. Но чтобы кольцо получилось побольше, соответственно, нужно просто резать поуже и почаще. Вот такой вот спор, помню, в пионерском лагере вызывал бурную реакцию. Все, всем пока, счастливо.